Всем привет, с вами Skiff Music, и сегодня у нас на обзоре укулеле баритон от компании Flight, модель Noob 310. Инструмент выполнен из красного дерева, гриф Акаоми, прекрасная фурнитура, которая отлично держит строй, и обратите внимание, анкерный стержень. Теперь мы можем регулировать наш гриф сами, и нам абсолютно все равно, влажность, сухость, кривой гриф, ровный гриф, все регулируем как нам нужно. Строй у данной укулеле как первые четыре струны у гитары: ми, си, соль, ре. Поэтому вы можете играть свои любимые композиции в стиле Цоя. Можете, кстати, поднять все струны выше, чтобы было соль, ре, ля, ми, и играть как верхние четыре струны у гитары, что, в принципе, нам, металлистам, нужно. И вот честно могу сказать, что конкретно вот этот баритон, конкретно вот эта вот форма и этот размер – это укулеле для гитаристов. Давайте послушаем, как она звучит. Подписывайся на наш канал, ставь лайк, заказывай баритон, радуй родителей.